Давайте подведем промежуточные итоги, какие-то эксперименты. Пришло время. Вот примерно сейчас я вам покажу. Вот примерно такое количество топлива, вот на отметке 20, у меня было, когда я приехал из Варны в Одессу. Это означает, что я проехал какое-то количество километров, а их было здесь 670. И израсходовал вот такое количество топлива. Сколько здесь литров точно, я не знаю. Но стрелка стояла вот так, на спидометре было 670 километров. Я показывал вам отметку 670 и стрелку, которая стояла почти вертикально. И вот я проехал, выехал, выездил это топливо, этот дизель, соляр. И теперь смотрим на спидометр. И что мы видим? И мы видим здесь 847 километров. 847 отнимем 670. И получится 187 километров. Ну, грубо говоря, 180. 180 километров. Я проехал лишних 180 километров. Это моя экономия. 180 километров – это примерно 22-23% экономии. Ну, если 670 литров – это 100%, то 180 литров – это x. Делим, умножаем. Ну, примерно так. У меня сейчас нет времени считать, я еду в машине. 22%. Надо учесть, что для того, чтобы быть уверенным в том, что я не загублю свой двигатель и буду ехать более или менее прилично, на каждой заправке, где мне приходилось заправляться, я всегда старался купить как можно подороже топливо. У меня есть карта, которую дали мне на заправке Shell. Я стараюсь на шиловской заправке покупать Power VIP какой-то там, в общем, соляр, самый дорогой. Он стоит сейчас почти 11 гривен. Завтра он будет стоить еще дороже. А теперь, благодаря этому продукту, о котором я вам рассказывал, мне абсолютно все равно, какое топливо. Потому что с ним сгорает все. С ним обеспечивается мощность даже и на таком топливе. Значит, это экономия как минимум еще процентов 10. Итого 30 с лишним процентов. 30, возьмем 30, да даже 20, но если 30%. 30% на 100 литров, экономия 30 литров. Если 1 литр топлива стоит 1 евро, 30 евро на баки. 4 бака, пятый бесплатно. Это для меня, для автомобиля такого, для джипа. А если взять вот такие вот бандуры здоровенные, которые стоят, у которых в бак ходит полтонны, и пока он доедет до места, он израсходует пару баков. Тонну. С тонны он имеет 300 литров. 300 литров 300 евро. Это экономия, это прибыль. Комментарии излишни. Желаю вам удачи.